В начале нашей беседы небольшая детективная завязка. Вот здесь буквально в одной минуте ходьбы от галереи «Код», где мы записываем наш проект, находилось Алтайское книжное издательство. В конце 80-х годов его приватизировали, и вот та мека, куда шли все алтайские писатели в ожидании редактуры, корректуры, хорошей работы и, наконец, желанного выпуска своей книги, открылась небольшая свалка. Почему? Потому что после приватизации и исчезновения Алтайского книжного издательства многие рукописи просто выбрасывали. И в конце 90-х годов один из любопытствующих людей, проходя мимо этой небольшой свалки, увидел огромную папку на 800 страниц, взял ее, открыл и увидел рукопись известнейшего человека Вячеслава Константиновича Чиликина. Он эту рукопись взял, отнес в музей, тогда только формирующий «Мир времени», которым командовал Сергей Корепанов. И благодаря вот этой подвижнической деятельности, короткому поступку, эта рукопись сохранилась и впоследствии превратилась в книгу, которая называется «Глагол времени». Вообще настоящее название – «Глагол времен». И вот под таким названием эта книга будет переиздаваться буквально через несколько месяцев. Кто такой Вячеслав Чиликин? Это очень известный человек, который в начале Великой Отечественной войны называли алтайским левитаном. Он работал на радио, читал сводки с фронтов, и его поставленный голос был хорошо узнаваем из этих черных репродукторов, которые находились в каждом доме. В 1942 году он пришел в «Алтайскую правду» и более 40 лет работал там без перерыва на трудовую деятельность. И получается так, что последних 25 лет своей жизни он был вторым человеком, заместителем главного редактора «Алтайской правды». Его знали очень-очень хорошо и в партийных органах, и массовое население с огромным удовольствием читали его материалы. И это был вот такой главный журналист Алтайского края, перед которым преклонялись, перед которого хорошо узнавали, и который был культурным героем нашего региона. Но одновременно большинство журналистов еще и грешат писательским творчеством. Вячеслав Чиликин с 1948 года начал издавать свои небольшие произведения. Первая его книга «Большая семья» вышла в 1948 году, и народ благодаря ей узнал, что в селе Алтайском много-много-много лет назад усилиями еще одного культурного героя Ершова был открыт первый в Сибири детский дом, где собирали детей, обучали их. Постепенно этот детский дом стал государственным, получил много наград. И об этом подвижнике вышла первая книга Вячеслава Чиликина. Вторая книга была опубликована в постхрущевскую эпоху в 1965 году и называлась «Паучьих лапах». И это такая антиклерикальная книга, книга, которая посвящена борьбе с религией. Мы с вами хорошо знаем о том, что Никита Сергеевич Хрущев сказал, что скоро вы увидите последнего попа, и вообще религии в Советском Союзе как таковой не будет. Но вот, видимо, работая и журналистом, и пропагандистом, и писателем, здесь вот это триединое начало у Вячеслава Чиликина слилось в одно, и он написал книгу о том, как вот людей не обращают в веру, а скорее обманывают, и все персонажи, которые являются персонажами религиозными, они несут негативную семантику, окрашены не очень хорошо. И вот подобного рода публикации шли активно вплоть до начала перестройки. Второе рождение Вячеслава Чиликина случилось тогда, когда рухнула цензура. Многие писатели, и писатели-мигранты в том числе, говорили о том, что вот как только рухнет цензура, вот тогда мы ого-го дадим какие произведения, о нас заговорят все, и мы получим Нобелевские премии, и нас посадят на божничку, и все будет прекрасно. Но когда цензуру отменили, получилось, что в ящиках, в шкафах у писателей рукописи, которые бы стали известными, которые стали популярны, не было. А вот у Вячеслава Чиликина были. И «Глагол времен» — это книга, которая рассказывает, и она была опубликована одной из первых, которая рассказывает о городе Барнауле, начиная с Первой мировой войны и кончая 30-ми годами 20 века. Если вы интересуетесь историей края и хотите постичь ее в художественной форме, я вас с огромным удовольствием к этой книге отправляю. Ну вот, например, как давалось описание Барнаульского пожара 1917 года. Город горел,
взметаясь и уходя ввысь, все шире раздавались в стороны, катилась, пульсируя, как живая волна, черно-смоляного дыма и все жарче, все неистовее разгорающегося огня. Охватывая кварталы за кварталом, волна мешалась с другой, с третьей, в нагромождение волн, ревущих с нарастающей силой. Сразу стало темнеть, как ночью, когда исчезает небо и костры, треща в пламени, не в силах продрать своим рваным пламенем непроглядно густеющим углу. Прискакал на неоседланной, роняющей белую пену лошади первый по главенству член торгового дома Филатова, прохромал к приказчикам, прося и требуя: «Окладывайте магазин этими тюками доверху, огонь не достанет, шерсть печется, все убережет, поспешайте, награда выйдет». И вот такое подробное описание барнаульского пожара, несколько десятков страниц, и мы узнаем здесь привычную топографию, мы узнаем дома, которые сохранились после этого пожара. И вот такие исторические свидетельства в художественной форме на протяжении всей книги, а это 650 страниц романного текста, захватывает абсолютно. И это был бы журналистский текст, потому что часто писатели пишут в журналистской манере, фиксируя события, а не создавая своей собственной реальностью. Но Чилекин поступает как современные писатели, постмодернисты. Он вводит огромное количество героев, и эти герои существуют параллельно. И ты, читая книгу, в своей голове пытаешься уместить и пригородную деревню, где происходит коллективизация, и суды, где происходят процессы 30-х годов, и железнодорожное депо города Барнаула, который в этом романе явлен как город Старогорск, и многое-многое другое. И только в конце романа все эти сюжетные линии пересекаются в один крепкий узел, который позволяет нам понять, что это целостный роман, у которого есть собственные законы, у которого есть собственная композиция, развитие сюжета и прочее, прочее, прочее. И вот этот роман, он художественный текст оцененный и полноценный, и именно по этой причине мы можем сказать о том, что он заслуживает пристального внимания, не случайно на конкурсе «Издано на Алтае» он получил одну из главных премий в свое время. Вторая книга, которая сделала Чилекина популярным в уже конце 90-х годов, это «Записки старого барнаульца», книга, состоящая из 18 очерков, которые рассказывают о Барнауле 20-х годов, после Непмановской эпохи, 30-х годов, 40-х годов, как Барнаул рос, как он развивался, как он изменялся. И вот еще одна небольшая цитата про нынешний Змеиногорский тракт, а тогда это называлось Большая Змеевская улица. «На эту улицу ведут сразу 4 взвоза, а 5-й взбежал на соседнюю Малозмеевскую, будто кто-то приложил горе огромную растопыренную пятерню. По здешней дороге когда-то длинным обозом тарахтели повозки с демидовскими мужичками на передке, а путь им был от городзаводских конюшен, от плотины, сплошь засыпанной черным застекленевшим лаком, к далекой Змеевой горе, к рудным местам, и обратно с тяжелой кладью для плавильных печей. Становой жилой, истоком жизни была эта дорога для Барнаула изначального». Ну и дальше Чилекин рассказывает о том, что это самая большая улица города Барнаула, и то, что она стала той основой, с которой Барнаул начинался как таковой. 20 очерков в этой книге, они очень-очень интересны, настоятельно рекомендую. И здесь он, как автор, вводит еще и дополнительную городскую топографию. Появляется Большой Гляден, о котором знают, пожалуй, сегодня только краеведы, Порт-Артур, который находился над Обью, и многие-многие-многие локации, которые сегодня можно отнести к ушедшему времени, которых сегодня под такими названиями не существует. Еще одна книга, которая вышла в 2022 году, это его роман «Свет во тьме», но начинающему читателю я ее не рекомендую по одной единственной причине, что в Голливуде есть такое понятие «русский финал». Вот голливудские продюсеры и режиссеры говорят, если все заканчивается трагично, если героиня бросается под поезд, если герой заканчивает жизнь самоубийством, а весь окружающий мир разваливается,
случится, то это русский финал. И голливудских картин с таким русским финалом, как правило, нет. Вот «Свет во тьме» — тот роман, который у Вячеслава Чаликина является собой вариант русского финала. Мы наблюдаем за партийными служащими, мы наблюдаем за милицией, мы наблюдаем за рядовыми людьми, которые существуют в 50-х, 60-х, 70-х годах. И картина дает нам вариант, ну, не самого приглядного мира. Вячеслав Чаликин сегодня не представлен в авторитетнейшем издании, которое называется «Биобиблиографический словарь писателя Алтая», по одной единственной причине, что его книги выходили уже после того, как этот словарь составлялся, его всегда считали больше журналистом. Сегодня он заслуживает совершенно другого внимания благодаря усилиям Михаила Губина или Зимогора и Веры Будянской, которые за собственный счет издали вот эти первые книги очень небольшим тиражом, максимальный тираж романа «Глагол времен» 250 экземпляров, но благодаря им эти книги появились. Сегодня по губернаторской издательской программе готовится двухтомник, который выйдет к концу 2024 года, этого года, и мы с вами будем обладателями уникального, хорошо подготовленного двухтомного издания, где вы можете найти эти замечательные истории. В 2025 году Вячеславу Чаликину исполняется 110 лет, и вот этот двухтомник будет достойным подарком. Если вы не читали его книги, я вам настоятельно рекомендую, потому что Юрий Михайлович Лотман говорил о том, что если в линейке поколений одно поколение выпадывает, то нужно снова намаливать всю культурную историю на протяжении многочисленных веков. Вот Вячеслав Чаликин позволяет вот эти поколенческие вещи склеить. Чаликин — это некий такой культурный клей, который позволяет нам знать о нашем родном городе, о нашем родном крае все то, что мы забыли или наши деды и бабушки не передали нам.